You have talked a lot about security guarantees, and now we've seen your proposals. You also say you have no intention of invading Ukraine. So will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign country, or does that depend on how negotiations go? And another question, what is it do you think that the West does not understand about Russia or about your intentions? Thank you. Значит, по поводу гарантии и что будет от чего зависеть? Будет ли что-то зависеть от хода переговоров? Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года союзный и 24-й год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам создан. Значит, ну, вопрос в безопасности. Но сейчас, бог с ней, с историей. Вопрос в обеспечении безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров, нам важен результат. Ну разве мы не знаем? Я же много раз уже об этом сказал. И вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружения. Ну вот о чем идет речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас. А не забалтывать это десятилетиями. И под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Ну как это можно не понимать? Сказали, не будем расширяться, и расширяются. Сказали, будут равные гарантии для всех по ряду международных соглашений. А этой равной безопасности не происходит. Вот смотрите, еще в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, президента Соединенных Штатов, сказал, всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и еще 4 государства в европейской части. В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей. Да? Но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Но даже после развала Советского Союза, где у нас только осталось 146 миллионов, и это слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое
такое постоянное давление. Вот 90-е годы, значит, Советский Союз, ну, все сделал для того, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом и Соединенными Штатами. На наших объектах ядерного цикла, военного цикла, сидели представители американских служб соответствующих. Ходили туда на работу, на объекты ядерного оружейного комплекса России. Каждый день они жили там. В правительстве России работали советники многочисленные, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ. Ну чего вам еще больше это надо было? Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать террористические явные организации для попыток развала Российской Федерации? Но это же делали, и я как бывший директор ФСБ это знаю наверняка. Мы работали там с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. Ну зачем это надо было делать? Наоборот, надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять его. Нет, все наоборот. Попытка дальнейшего развала. А потом начали расширять НАТО на восток. Ну, естественно, мы же говорили, не надо этого делать, вы нам обещали не делать. А нам говорят, а где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на вашу озабоченность. И так из года в год. И каждый раз мы огрызались, чего-то пытались, значит, воспрепятствовать чему-то. В озабоченности высказывали. Нет. Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным. Раз, два, три, четыре, пять. Пять волн расширения. Так что в чем они нас не понимают? Я не знаю. Вы спросите, что здесь непонятного? Мне кажется, все понятно. Мы хотим обеспечить свою